Кайна. Вчера коробка приехала. M-Audio, M-Track. Two-channel USB audio interface. Включает в себя Waves плагины для разных программ, в том числе вот Ableton Live Lite, который нам тут тоже подарили в комплекте с ней. То есть вот такая белая штука. Это M-Track Mark II, если угодно. То есть тут с этой стороны показан интерфейс этих плагинов. Там чуть-чуть про Ableton. Здесь характеристики этого интерфейса. Кстати, драйвера нужны только для Windows. Для Mac она работает plug and play. То есть поставил, сразу уже все есть. Ну давайте откроем, посмотрим, что там внутри. С другой стороны. То есть тут бумажечка гайд, я так понимаю. Будем рвать. То есть это инструкция, как скачивать драйвера и плагины. Это ключ на Ableton. Будем накладывать эффектики вместо трека, который будет на заднем фоне. Положим вам какие-нибудь драмы, аналоговый бас, дропнем его на серединке, чтобы как-то это интереснее всего. Но тут инструкции на куче разных языков. Но вообще суть в том, что вставил и работает, это уже проверено. Здесь сама эта штука. И еще с ней вот провод USB. Этот интерфейс питается без 220, просто по USB. Это на самом деле существенный плюс по сравнению с предыдущей штукой, потому что ее надо было отдельно как-то запитывать. Так, провод уберу, пенопласту уберу. Вот сама штука, она из металла сделана, поэтому упакована в такую штуку. Тут резиновые ножки. Она такая... достаточно полая внутри. Что-то, я думаю, там все равно есть. Сейчас я ее открою. Вот так она выглядит. M-Audio. Вот, вот тут два входа. Микрофон. Это для второго микрофона или для инструмента какого-нибудь. Здесь вот это надо переключать. Если переключить на инструмент, то здесь встроенный преамп начинает работать, я так понимаю. То есть, если вы гитару без комбика сюда вставляете, то надо инструмент. Если с ним, то лучше Line. Это громкость для соответствующих штук. Это фантомное питание для конденсаторных микрофонов. Надо будет потом покупать. Вот эта штука регулирует лаг. То есть, если USB, это для нормальных компьютеров, которые хорошие процессора, лага не будет. Вот этот предусматривает. Но там можно это регулировать, смотреть. Это выход на наушники, вот этот вот. Это монитор, то есть линейный выход, который у нас сзади здесь есть. Вот такой. На этой штуке нету оптики. Вообще здесь нет SPDIF, ни коаксиальной, ни цифровой. Но я думаю, что в принципе нам она и не очень понадобится. То есть вот такая штука. Ну, здесь, да, здесь еще USB вход, выход, да, выход, через который питается, и слот блокировки, этот Kensington Lock. Ну, я не представляю, зачем она здесь. Будем запирать, привязывать к столу, чтобы не уперли. Тут на бортах тоже M-Audio написано, они такие чуть-чуть пластмассовые. То есть вот это стопудовый металл, там это все пластмассовое. Тут надо пленочку снять, а то... что она не снимается. Я вижу, что она есть. Вот она. Только пульт в полиэтилене будем хранить. Вот она так отблескивает. Вот такой у нас новый M-Audio интерфейс. Пишите в комментариях, что вы ожидаете от этого. Я думаю, звук будет выше всяких похвал. Тут, кстати, звезды. Или нет? Шестигранники, да. Тут шестигранники. Почти как на новых айфонах. Там пятиконечные звезды, здесь шестигранники, но сами входы, они на обычных крестовидных винтах. Так что вот так вот.